Зеландия. Новые герои появляются в стране. Важные события освещают на ТВ. Шоу-бизнес процветает у нас как никогда. На тоях зажигают звезды до утра. Правдивые открыты, что видят, то поют. И любую новость, если надо, обсмеют. Красивые девчонки живут у нас в стране. Бросают зоркий взгляд на ваши портмоне. А кто-то плохо спит, его мучают кошмары. При этом есть игру, отдыхая на Канарах. Разные герои скучать нам не дают. Многие порой себя в них узнают. Веселая страна, мое сердце с тобою навсегда. Это песня для тебя, любимая моя Кейзетландия. А это самый популярный телеканал Байбулакского района Аулбай ТВ. Это единственный канал, на котором реклама стоит 2 литра молока и 15 яиц. Так, все готовы, да? Угу. Сейчас будем этот снимать там туда-сюда программу. Все готово, да? Uh-huh. Итак, поехали. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире снова ваш любимый канал Аулбай ТВ Дегенди и ваш покорный слуга. Ну, это такое выражение, я на самом деле не слуга. Мистер Каймак. Аулбай ТВ, мы лучшие ТВ в нашем райцентре. Да ладно, yes. Просто у нас отношения, ну это ладно. И сейчас мы, конечно же, начнем наш эфир на Аулбай ТВ с последних новостей. Новости на Аулбай ТВ. Итак, трагические новости. Буквально на днях житель нашего аула Нургали Атажанов приобрел автомобиль Mercedes-Benz 1990 года выпуска. Увидев автомобиль Нургали, его сосед Сокурбаев Кырсыкбай скончался на месте. Врачи, приехавшие на место события, поставили диагноз умершему «внезапная смерть от Куриалмайгандыктан». Новости культуры. В рамках программы развития культуры нашего аула Байбулак впервые в наш аул приезжают звезды республиканской величины дегендей. Айкан Махпал Исабекова, группа FM, Жолбарыс Сейфуллин. Концерт пройдет в доме у председателя сапхоза Амгильды Тендекова через неделю. Вход ограниченный только для близких родственников председателя. Там говорят, еще по ходу свадьба его племянника будет. Итак, это были все новости нашего аула. Новости на Аулбай ТВ. Молодец, ой, извините. А теперь у нас в эфире традиционная передача «У нас в гостях». У нас в гостях на Аулбай ТВ. И сегодня у нас в гостях сотрудник дорожной полиции нашего аула, лейтенант Бульчевеков. Добрый вечер. Салам алейкум. И у меня первый вопрос. Вот вы вроде в прошлый раз к нам в передачу приходили, вы же шеф-повар были. Вы теперь что, гаишник стали, да? Повезло, брат, повезло. Понятно, понятно. Ну и давайте тогда следующий вопрос я вам задам. Вообще, конечно, спасибо, что пришли к нам в студию сегодня. Студию? Какая студия? Это юрта же. Ну, это у нас такая студия. Скажите, как обстоят сейчас дела на дорогах нашего аула? Ну, в первую очередь хочется сказать, что весь состав сотрудников дорожной полиции всегда на чеку. Мы день, иногда ночь, всегда стоим на страже порядка. А, правильно. А вот вы сказали, весь состав. А сколько у вас человек? Один? Я один. А, понятно, понятно. И тогда такой вопрос. Скажите, часто ли в нашем ауле нарушаются ПДД? ПДД? Что такое ПДД? Ну, ПДД – это правила дорожного движения. Первый раз слышу. Понятно, это, наверное, была шутка. Ну, скажите, какие конкретные случаи нарушения правил дорожного движения в последнее время случались в нашем ауле Байбулак? Вот, например, я вчера задержал гражданина Ташкенбаева. Ага. Он по аулу гонял пьяным на ишаке. Что, серьезно, что ли? Прям туда-сюда гонял. Хорошо, что ишак трезвый был. Ничего себе. И какие меры вы предприняли в отношении вот этого гражданина? Я ишака загнал себе во двор на штрафстоянку. Ага. И Ташкенбаева отнял кнут на 2 года. Правильно, правильно. Что это, пьяным, да, ездить вот так по аулу? Там еще ишак техосмотр с рождения не проходил. Ничего себе. Вот какие бывают, оказывается, да, нарушения. Мы живем вот и не знаем, что рядом вот такие вот проходят нарушения. А в прошлом месяце вот этот тракторист есть, Халдыбек? Он вообще по аулу гонял без ремня. Ничего себе. Это мой двоюродный брат, я ему просто сделал предупреждение. Какое? Я ему сказал, брат,
Ты чё без ремня по аулу гоняешь? Давай, надень ремень, подними штаны, давай, езжай домой. Понятно. Чё ты улыбаешься? Штаны дегенды, сразу улыбаешься, а? А, извините, просто выясняем отношения иногда. А, понятно, понятно. Ну и что бы вы напоследок хотели пожелать нашим, так сказать, телезрителям? Товарищи, не нарушайте правила ДДТ. ПДД. ПДД. Не гоняйте по улу со скоростью 200 км в час. Что, даже такое бывает? Ну а вдруг? А, ну да. Желаю всем счастья и добра. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях, в нашей передаче у нас в гостях был лейтенант дорожной полиции нашего аула Байбулак Бульчебеков Сагындык. Спасибо большое. Аул Байтв, все будет хорошо. Это, братан, там смотри, мне в прошлом году, да, этот права забрали, да? Как можно там раскидать? Она, ну, мне... У тебя арба какого года? Мне не арба, мне на велосипеде катался, да, просто вот я ночью там ехал, там, там нормально, да? Нормально степерем, если что, брат, нормально. Курт барма, курт ак и перма. Любимая моя Кензетландия. А это наши старые знакомые, девушки-чайки Марго и Жанель, которые мечтают о богатых женихах, ну или хотя бы погулять на халяву. Жанелька, подружка, я так соскучилась по тебе. Ну чё, давай рассказывай, как ты вчера с тем пацаном-то, а? Да никак вообще. Короче, я с ним познакомился, он говорит, я известный фотограф туда-сюда. Я говорю, о, ничего себе. Он говорит, хочешь, я тебе бесплатно фотосессию сделаю? Я говорю, ну, конечно, давай на халяву, что, не жалко? Конечно, давай. Он говорит, давай сделаем такую фотосессию. Короче, говорит, давай возьмем какую-нибудь машину, типа вот Камри десятку, и ты типа ее будешь мыть, а я буду тебя фотографировать. Ну, я думаю, ну, базару нет. Очень эротичные фотки могут получиться. И такая... О, там фотоют на-сюда. Блин, круто. А потом смотрю, что-то у него даже фотика нет, а я все позирую, позирую. Короче, всю тачку ему помыла, он сел и уехал. Прикинь, никакой не фотограф, просто ему надо было машину помыть. Вот дура. Блин, вот овца, а. Вообще нереально попал. Блин, труба. Кстати, смотри, что у меня есть. Ой, что у меня есть? Да ну? Это беспонтовый журнал, он чересчур какой-то гладкий и скользкий. Им вообще неприятно пользоваться, так пролетает. Вообще ничего не помогает. Да нет, ты чё, блин, для этого же книги есть нормальные. Это вообще журнал читать. Forbes, Казахстан, представляешь? А, ты про... Я думала. Думаю, вот ты, блин, туалетная бумага же уже не так дорого стоит. Вот, ну, журналами пользуется. Короче, это Forbes, Казахстан. Знаешь мне, кто его дал? Кто? Марата, помнишь, из налоговой? А, вот этот, блин, жадина который, да? Да-да-да, тот самый Марат. Короче, представляешь, здесь самые именитые, самые такие вот вообще, короче, супер-пуперские олигархи. Ну, короче, самые богатые люди нашей страны, представляешь? Нифига себе. И ты прикинь, Жанелька, если мы кого-нибудь из них цепанем, то все, жизнь удалась. Жизнь удалась. Да, как ты, 80% женщин в Казахстане думают. Ну и процента 3 мужиков тоже так думают, ну всякие ***ки. Кстати, ты слышала, для сыночков этих самых олигархов, короче, в Казахстане будут выпускать журнал «Форбсик». Форбсик. Форбсик для пупсиков. И, короче, если мы кого-нибудь из этих сыночков зацепим для себя, да, то все, прикинь, Жанелька, мы можем смело в мальдивском ЦОНе прописку оформлять. Смотри, блин, у них столько бабла. Да подожди ты, смотри, опять эти сидят две швабры, а? Вот живучие, как кошки, а? У них реально, наверное, 9 жизней. Смотри, вот эта крыса что делает, а? Они бесят меня. Кувалдой, как дыть бы, блин. Пианино с 9-го этажа на бошку ей скинуть, блин. Кислотой на лицо налить бы ей. Блин. Мне кажется, ей уже кто-то налил кислоту на лицо. Эй, опашки, о, что, нормально все? Пенсию получайте? Слышь, Мамбетка, это ты нам? Кто Мамбетка? Ты че, Подделка женщины. Ты что, офигела, кривоногая? Это у меня ноги кривые? Да это у тебя такие ноги кривые, что если я разбегусь и пробегу между ними, то даже ничего не зацеплю плечами.
Слышь, ты накачанная, это не ты случайно снималась в фильме «Кинг-Конг» в роли Кинг-Конга? Нет, ты! Заткнись, овца, а то я сейчас сделаю так, что тебе пособие начнут выплачивать по инвалидности, понятно? Фу, блин, как они бесят меня, что будем с ними делать, а? Надо как-то избавиться от них, блин, сидят здесь, клиентов отбивают наших. А что думать, есть старый проверенный способ. Сейчас мы им позвоним. Кто это, кто это? Не знаю, подожди. Алло. А, здравствуйте. Здрасте. Это Перизат Хилтон? Да, это Перизат Хилтон. Здравствуйте, Перизат Хилтон. Я нашел вашу фотографию в интернете, да. Вы очень красивая фактурная женщина, я бы так сказал. Я хотел вас пригласить сниматься в кино. Я сам по себе режиссер известный в Казахстане. Оскар Аузабаев. Понятно. Да, и мы сейчас снимаем фильм, называется «Животные и голые женщины». «Животные и голые женщины»? Да, и нам нужны актрисы. У нас две главные роли. У вас случайно нет подруги какой-нибудь с крысиной мордой? Ой, с красивым лицом. А, да, да, есть. Она как раз учится в театральном. Да? О, супер, супер. Тогда, может быть, вы сниметесь в нашем фильме, мы вам заплатим гонорар $5000, хорошо? $5000? Да. Хорошо. Но съемки проходят прямо сейчас. Там люди, это все массовка, они уже работают. Ага. Вы просто забегаете, времени мало. Ага. Вы должны раздеться догола. Догола, мы это умеем. И танцуете рядом с клеткой гориллы, ладно? Возле там гориллы. Камеры везде спрятаны, да, не обращайте ага. внимания, да. И танцуйте, танцуйте, пока к вам не подойдет актер-мент, милиционер, полицейский. Ага. Полицейский, ага. Сэр, вы что здесь делаете? По сценарию вы должны его пнуть между ног и сказать: пошел вон мусор. Ладно? Пошел вон мусор, ага. Все, жду, давайте только быстрее, хорошо? Хорошо, мы все, выезжаем. А, и крысу не забудьте, ой, подругу не забудьте. Ага. Давайте. Все, мы едем. Кто это? Кто это? Блин, это какой-то режиссер. Походу, блатной нас на фильм приглашает. Да, поехали. Чё? А там самса будет? Будет, и зебры. Ай, Жанелька. Вот ты, блин, классно придумала с этим телефоном. Ну а чё, она сама лоханулась? Зачем свой телефон надо в интернете вывешивать? Любимая моя, Кейзетландия. А это самая популярная на всех тоях и свадьбах группа Backstreet Toy, которая мечтает получить обратно свои паспорта и избавиться от своего хозяина-продюсера. Backstreet Toy, hooray! Backstreet Toy. Backstreet Toy, Backstreet Toy, нормально не можете танцевать, а? Все из-за вас, нормально не танцуете, нормальных заказов нет. Заказов нет, Джульетта до сих пор из-за вас не вернулась. За целый месяц всего два выступления, а? Так, кстати, на, за прошлое выступление заплачу. А то, блин, каждый день звонят, смс пишет. Хозяин, вопрос. Давай они уже, на, держи, это тебе. Это тебе. Это тебе. Так. И это тебе, на, самса. А почему мне самса? Ты вообще заткнись, раздражаешь меня постоянно. Спасибо, скажи я. Ты что, хочешь, чтобы я рассказал, что вы с парарабом такое делали? Не, да, не надо, не надо. Не надо, не надо, так что давай вообще замолчи. Из-за вас все деньги в эту дурацкую кафешку вложил, никто туда не ходит кушать. Сказал тогда слова переделать, а? Шаршаганский кондиционер, шаршаганский кондиционер. Из-за вас провалилась эта идея. Короче, теперь вместо этого кафе... Будет секс-шоп. Последние деньги туда вложил, понял? Ты что заулыбался, секс-шоп услышал, а? Что думаешь, в секс-шопе у меня что-то украсть, да? Иди вон там, настройки свои, арматуры, камни используй, понял? Я тебе дам извращение-то озабоченное. Так, короче, сегодня в 7 часов открытие, поэтому давайте песни про секс-шоп. Я же говорил приготовить, давайте спойте. Быстро покажите, у меня времени мало. Давай, 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 быстро. Про секс-шоп. До чего дошел прогресс? Есть с моторчиком и без. Ваня, вот такой есть. К тетям в гости ходят роботы. Конечно. У мужчин он вызвал стресс. Позабыты хлопоты. Остановлен бег. Ага. Вкалывают роботы. Ваня, Ваня. А не человек. Стоп!
Эй, молодец, вот молодец. Единственный из вас нормальный человек, который говорит, эй, Джей. Хозяин. Че? Можно что-то сказать вам? И говори, что ты постоянно меня спрашиваешь, говори. Я, короче, этот вчера в ресторане Джульетту с каким-то толстым мужиком видел. Ты, сволочь, вот ты меня постоянно раздражаешь, раздражаешь. Эй, че у тебя рот не закрывается, а? Джульетту он видел. Это не она, это ее сестра была. Один в один на нее похоже. Понял? Хотя тебе какая разница? Сволочь. Короче. Тихо. Алло? А, да-да-да. А, да. Ассаламу алейкум. Нормально, ничего, нормально, нормально. Ну, ничего, вот, да. Да-да-да, в Киеве, да. Клип снимаем с группой, да. Сейчас же все в Киеве снимают. Ой, дела вообще нереальные. График весь заполненный. Да-да-да. Когда? Сегодня выступление? Не-не, успеем прилететь? Серьезно? Да мы в аэропорту, если честно. Да мы вот в самолете летим. Поскольку? Хорошо, через час? Да, приедем мы здесь, этот самолет быстрее ездит. Хорошо, все. Так, короче, заказ один есть. Платят 4000 долларов, ну, каждому по 100. А, я вам уже только что раздал же, это было вот как раз за это и за то. Короче, тихо. В общем так, там один мужик, Агашка, он раньше таксистом был, понятно? И он любит Тимати, поэтому как-нибудь надо связать. Тимати, таксист, что-нибудь такое. Хорошо? Давай, нормально спойте. Эй, иди сюда, Ник. Эй, Ник, как ты, Брайан, иди сюда. Ты не обижайся, ты что, я тебе что, не обижайся. Эй, нормально спой, понял ты? Давай, все. Ну что, давай репетировать. Что-нибудь Тимати и таксисты, да? Попробуем. Брайан, давай. Бир, ики, уч, камон, не Гитляр, камон. Я взял у папы тачку покататься и двинул в город, чтоб потусовать. Смотрю на датчик, а бензин мигает, и я решил тогда потаксовать. И ты сказала мне, обая 200, поехали, сказал, вперед садись. А на сиденье заднем пассажиры мне говорят, сначала, брат, нас довези. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Потаксуй со мной. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Таксуй со мной, потаксуй со мной. Потаксуй со мной. А это Маке. Уникальный человек, который плохо спит, но хорошо живет. Да-да-да, хорошо, хорошо. Нет, при встрече все обсудим, поговорим это условие все. Да. Не телефонный разговор, Дыгин. Да-да-да, не телефонный, говорю, разговор, потом... Ой, хорошо. Хорошо, ладно-ладно, я понял тебя, понял. Эй, все, неудобно здесь. Люди сидят, надо это, потом перезвони. Давай, давай, не по телефону. Давай, давай. Давай, давай. Ну, выше, Маке, я звонил от Абеке. А, Абеке, да. Я насчет работы в нефтяной компании. А, помню, помню, да. Сложный вопрос. Я там уже пробивал, там звонил, разговаривал с определенными людьми. Очень сложно, очень сложно. Сейчас тем более трудно найти работу. Эй, я хотел вон своей племяннице работу найти, да, вот. Родного брата, сестры, этот муж, дочка. Ну, там, в общем, трудно вообще. Вообще невозможно. Ну, ради Абики можно постараться, конечно. Но это сложный вопрос. Нужные условия, определенные усилия. Поэтому, как бы, сами понимаете, не мне, это просто надо, а там, людям, там, и так далее. Хорошо. Я согласен. А, да иди. Добрый я человек, добрый, да. Придется как-то, конечно, постараться, да, помочь. Хороший я, академик, молодой, чапчас бала. Правильно, работать надо, Синдер, вы работаете. В хороших местах надо работать. Это мы сидим в кабинете, смотри, старый компьютер, даже Counter-Strike, Delta Force, ничего не играть. Этот, по сетке невозможно играть. Но тебе поможем, давай. Нормально работай, там, документы, понедельник, зависит, что там. И
Все будет хорошо. Я думаю, мы этот вопрос решим положительно. Ой, ё-моё. Бэби, что, опять кошмар? Ой, опять что? Ой, ёлки-палки, ой, нормально всё, да? Всё навести. Ой, не могу, а. Ёлки-палки. Эй, Робертсон. Ой, ё-моё. Ай, не могу. Доброе утро, родной. Ой, жон, ой, токалочка моя, ой, мама, пес. Ай, утро, Андрей. Ай, ёлки. Ой, жон, я же просил вот это вот, сколько ты дней носишь? 2 дня носишь, да, эту шубу? Быстро в аул, в аул отправьте, каждый день так отправим, вот это вот. Ой, ты что, не носи ты больше 2 дней, я перед людьми позоришь, скажешь, эй, ёлки-палки. Прости, родной. Все, что ты такой. У нас Пудель заболел, нужно в Испанию отправить нам. Зачем в Испанию? Там, говорят, клиника хорошая. Клиника хорошая? Вы здесь собак не можете лечить в Казахстане, что ли? Все казахи так делают. Ой, казахи так делают. Хорошо, завтра этот, полетим. Но только чартером, он боится чужих людей. Ой, Синдер, хуй мой, Синдер, чартер. Ладно, добрый я. Эй, чартер, спасибо. Пусть будет чартер. Ой, молодец, ой, байбище моя. Ой, давай, кто там? Ой, молодец, Луина, давай, давай. Давай, песни. Пази, что Нью-Йорк, патриот помойся, Масин. Какой Нью-Йорк? Давай, Чимкент, давай, давай. And Chimkent, hungry jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. А, Чимкент, говори, Чимкент, the streets will make you feel brand new. Big legs will inspire you. Let's hear it from New York. Chimkent, Chimkent. Любимая моя Кейзетландия. А это самое популярное шоу IT Star, в котором соревнуются лучшие акины мира. Здравствуйте, курметы, ханым дармен, мырзалар. Мы начинаем IT Star. И сегодня на нашей сцене встречаются представитель Северного Казахстана, Жарук Асын, город Павлодар. Ну и, конечно же, тот, без которого трудно представить наш Айтос, Сасылбек Кадырович! Встречайте! Ну что ж, присаживайтесь, и мы начнем наш первый раунд приветствия. Ну что ж, Северный Казахстан, Павлодар, прошу начинать. Я по-казахски ни одного слова не знаю, потому что я в Павлодаре проживаю.
В Павлодаре по-русски все говорят, даже хара-жорга любят в лаптях танцевать. Бабушка меня Жарылка сын назвала, но в Павлодаре я известен как Жора. И если за тебя болеют Салтанат и Магрипа, то за меня болеют Света и Наташа. Из Павлодара всем плавенный привет. Наш город прорусифицирован, базару нет. Пока я в Павлодаре буду жить, только по-русски буду говорить. Ай! Какой он баган карандар, сразу видно, что приехал из Павлодар. Кек-тегей! Тебе, павлодарский, я не очень рад. Вон в Кызылорде даже корейский по-казахски говорят. И если у вас руфицированная прошивка стоит, вам надо казахскую прошивку загрузить. А то, что ты любишь хара-жорга в лаптях танцевать, это твои личные проблемы, и не надо их здесь пропихивать. Знать казахский язык – это божий дар. Ты это всем передай, когда приедешь в Павлодар. А так ты, в принципе, нормальный пацан. То, что ты умеешь держать дамбру, это уже хорошо, братан. Начинай учиться шалак казахского языка. Пшинай печенье таких очень много слова. Ай! Вам ближе пельмени, чем бешпармак. На праздники вы жарите пирожок, а не баурсак. Ай, дергальный! Дамы и господа, ну что ж, это был раунд приветствия, а мы переходим ко второму раунду. Состязание! И вновь начинает Павлодар. Прежде чем так говорить, ты в Павлодаре попробуй погостить. Мы с Россией граничим, базару нет, но свои традиции мы знаем керемет. Эй! А сейчас я хочу про свой город рассказать и всем, кто на мою поездку скидывался, привет передать. Всем, кто дал деньги, я спасибо говорю. Здесь в Алматы ресторанов много, и я здесь бухаю. Вчера ходил в алматинский стриптиз-клуб, а до этого думал, что я однолюб. А потом мне ночью позвонила жена и по телефону скандал устроила. Ла-ла-ай. Теперь я в Павлодар ехать боюсь, так что я в Алматы остаюсь. Эй-эй-эй. У меня в гараже есть кабриолет, а вот держи теперь мой ответ. Кет-трей. Ты лучше переезжай жить в Джесказган. Алмата не резиновая, братан. А то, что ты вчера в стриптиз-клуб ходил, я знаю, я тоже там был. Режиссеру эту фразу из эфира лучше убрать. Не то мне придется тоже в Джесказган переезжать. Давай нашу тему мы лучше поменяем. Разговорами про стриптиз мы себя палим. После Айтиса обо всем поговорим. Куда сегодня вечер вдвоем двинем? Я тебе покажу такие места. Эти места хочет увидеть вся страна. Дамы и господа, вся страна сейчас будет наблюдать за нашим третьим раундом. Финальный раунд резюме. Поехали! Прошу, Жора. Тогда я свой телефон сегодня отключу, чтобы не слышать свою жену. Она может на меня наорать, когда мы с тобой вдвоем будем водку жрать. Эй! Приезжай ко мне в Павлодар, я тебя тоже поведу в хороший бар. У нас в Павлодаре есть река Иртыш, в эту речку иногда писает мой малыш. Поэтому купаться там не спеши, коп-коп, рахмет тебе, братан, от души. Эй! Ты своими словами меня рассмешил, но для тебя я ответ приготовил.
Ты Павлодару от нас привет передай, и казахский язык начинает учить пускай. А то бешбармак и борцак вы любите кушать, а казахские песни вы не хотите слушать. Если надо, то я могу научить. Я с детства по-казахски умею говорить. Давайте танцевать камажай, а не брейк. Короче, берем из казахши осели. Дамы и господа, ну что ж, по вашим аплодисментам нам остается понять, кто был лучшим. Аплодисменты гостю из Павлодара Жарух Хасон. Аплодисменты нашему легендарному акыну Асылбеку Кадыровичу! Асике, браво! Заслуженно, достойно, 17-кратный чемпион Айтастар! Ага. Он на ишаке гонял пьяный по улу. Ничего себе. Можно сказать, гонял туда-сюда, Ты этот выучи. Не знаю. Блин, я запарилась. Захотел, сейчас вообще тебе деньги заберу. Так, короче, вот эту песню нормально спойте, поняли? Я вам устрою, блин. Тоже мне здесь устроили здесь. Что там дальше было? Какая песня? А, такси. Давай. Любимая моя Кейнс-Атландия.